Там, блядь, две пчелы. Уже матка походу в районе. Ветер сильный. Сильный ветер, много пчел на это, на земле, в траве. Закрывать не буду, спешить в район. Ползлетают, в район посадятся. Что молодые, да, с кормом, так, тяжелые, так много в траве валяется пчел. Матку так и не нашел, клеточку приготовил. Это у нас уже второй рой, вчера был 23 апреля и сегодня 24 уже, 12 часов дня. Пошли раи уже. Хотя и расширял, но гнездо не трогал. То, что холодно было ночью, заморозки. Все равно роиться начали. Вчера в белом отроились. Я там маточники оборвал, обратно их высыпал. Ну а этих высыпем через решетку, матку отберем. Потом через дней 8 переберу их и все. Будете работать дальше. Это злый рой. Злые пчелы. Ну вроде бы сегодня не очень злые, чтоб дружелюбные. В том году матка поменялась, может. Получше стали немного. Ну вот много по траве, еще взлетают, садятся назад. Матки вроде нету, я поискал. Ну уже тут сидят тихо, значит матка тут. Вечерком его засыплю обратно, через решетку матку уберу. Конечно, она тут хорошая будет, то что пчелы сильно быстро плодятся, ну. Заменим на молодую. Да в этом году уже роиться не буду. Будет главному взятку работать уже. Вот для 3000 дуя.
Ладно, буду я заканчивать. Это уже у нас второй выезд этого сезона. Вчера был и сегодня вот пошла молодая. Всем удачи, чтоб раи не учекали. Ловите. Спасибо за просмотр. До свидания.